В канун Всероссийского дня отца активисты молодежно-досугового центра «Точка притяжения» организовали творческий мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток для своих пап. Этот праздник в нашей стране относительно новый, совсем недавно получивший официальный статус. Однако для многих семей он уже успел стать доброй традицией. Мы стараемся напомнить в очередной раз о знаменательных датах, о важности празднования, о важности сделать что-то приятное в какой-то праздник. И праздник Дня Отца не исключение. В нашей стране День Отца отмечают в третье воскресенье октября. Соответствующий указ подписал президент России в 2021 году. В этот день во многих городах проводятся различные тематические акции. Не остается в стороне и наш городской округ. Ребята нарисовали глобус, соответственно, который в целом олицетворяет то, что отец для них – это как целый мир. Вот. Также в дальнейшем ребята напишут небольшое поздравление, пожелания какие-то от себя для родителей, и когда придут домой, соответственно, подарят. День отца – это хорошая возможность для семейного общения и проведения времени вместе. Жители Пушкинского приглашают отпраздновать День отца в эти выходные в центральных парках нашего округа.